Еще 3 выступления позади, и мы вновь прерываемся на церемонию награждения. По результатам конкурса импровизации «Моя педагогическая траектория» и конкурса «Моя педагогическая лаборатория» на сцену приглашается начальник отдела по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного образования Управления по делам образования города Челябинска Ирина Леонидовна Качура. Ну что ж, Ирина Леонидовна, слово или начнем награждать? Я очень волнуюсь и очень радуюсь одновременно, потому что конкурс, который сейчас проходит, он замечательный и дает возможность городу показать, посмотреть, что будет со школами и детскими садами через много лет. Они не сломаются, потому что в них будут работать такие замечательные педагоги, как вы, ребята. Я вам желаю, чтобы вы там работали через много лет. Ну, а еще я волнуюсь, я не знаю, наверное, это интрига сегодняшнего дня. Тут молодой человек, он буквально час назад завершил 3-е конкурсное испытание на нашем городском профессиональном конкурсе «Воспитать человека». Я горжусь вами, Пермский университет. Спасибо вам, что вы такие. Вы даете замечательные воспитания. Давайте награждать. Итак, диплом за 3-е место в конкурсе «Моя педагогическая лаборатория» вручается Истомину Станиславу. Диплом за 2-е место в конкурсе «Моя педагогическая лаборатория» вручается Малаховой Валерии. Бежит, торопится к нам Валерия. Поддержим ее аплодисментами. Диплом за 1-е место в конкурсе «Моя педагогическая лаборатория» вручается Макеевой Марине. Диплом за 3-е место в конкурсе «Моя педагогическая траектория» вручается Любецкой Елизавете. Диплом за 2-е место в конкурсе «Моя педагогическая траектория» вручается Ткачук Екатерине. Диплом за 1-е место в конкурсе «Моя педагогическая траектория» вручается Макеевой Марине. Ирина Леонидовна, мы от всей души благодарим вас за участие в жюри нашего конкурса и хотим вручить вам маленький сюрприз под ваши аплодисменты. Громче, громче, громче аплодируем, друзья мои. Спасибо вам, проходите, пожалуйста, в зал. Ну а мы продолжаем.